Перед началом нашего видео не забудь подписаться на канал моего друга Злобного Мишку. Там вы найдете много интересных прохождений разных игр, в том числе Мир Юрского периода, который выходит сейчас каждый день. Ребятки, всем привет, с вами Александр и долгожданный Мир Юрского периода. Я знаю, что вы ждали очередную серийку. И хочется сказать, вот как приятно зайти в гости к хорошему хозяину. То есть мы опять в гостях в аккаунте Эдика. У него до сих пор планшет на ремонте, и я стараюсь ему помогать по мере возможностей. Как говорится, у хорошего хозяина всегда хорошо встречают гостей. И у нас есть сегодня даже вполне себе такой хороший повод. Это, ребятки, если вы помните, то есть когда только вышел Пахигалозавр, ну, когда он появился, да, я его там прокачивал, я говорил, что у него вот, ну, со статами, с жизнью, с ударом, вот что-то совсем как-то никак, вот жутко ему не хватает жизни, и удар, либо нужно удар сильнее, либо лучше жизни побольше, потому что его легко убивают, а ему вот чуток не хватает, чтобы добить с одного удара, убивать там каких-то других динозавров, того же Диморфодона, да. И это случилось, ребятки, его пофиксили. И давайте сейчас будем смотреть, как же его пофиксили. Смотрите, разница будет колоссальная, ребята. Это пахигалозавр первого уровня. У него 3249 жизни, это как у какого-то цератозавра 40-го. И 385 сила удара, то есть по жизни он круче легендарного, а по силе удара он какой-то супер редкий на первом уровне. И давайте сравним. Вот мое старое видео. Да, кстати, ребятки, кто не посмотрел, зайдите, посмотрите и добавьте сюда, ну, 1000 лайков. Можно и побольше, правда ведь? В общем-то, у нас здесь были показатели какие? 822 жизни и 677 сила удара. Представляете себе? То есть силу удара уменьшили вдвое, а жизнь увеличили в четверо. В четверо добавили ему жизни, ребятки. Так, давайте сейчас мы посмотрим на нашего красавчика. Так, это у нас идет еще прокачечка. Во! На 40-м уровне у нас были показатели 4553 на 3700. 4500 на 3700. А сейчас у нас сколько будет, ребятки? 18 на 2. То есть чуть меньше, чем вдвое уменьшили силу удара, но жизнь просто жесть, как втрое, больше, чем втрое увеличили жизнь. Это, в общем-то, круто. Да какие втрое? Там у нас было сколько? 4500, то есть 9-18, в 4 раза, ровно в 4 раза увеличили его жизнь, ребята. Очень, короче, круто. Давайте посмотрим, где он у нас находился раньше по списочку. Вот, я вижу, он находился сразу за Гаргазухом. Сразу за Гаргазухом. А теперь давайте мы сейчас зайдем в бой и посмотрим, где он находится сейчас. Так. Вот, он находился вот здесь, за Гаргазухом, а перед 30-м Юдоном. А теперь он у нас находится вообще самый топ. Ну, кстати, по-моему, мне... Его поправили, что ли, дважды? А ну-ка, давайте сейчас посмотрю. У него... Нет, 18 на 2. Все правильно. Почему-то мне казалось, что было 12 тысяч. Вот, теперь все все ложится четко, как я считаю, что вот, ну, пахигалозавр, как я его называл раньше, это топ среди гибридов. То есть он и выглядит, вот, внешность его соответствует теперь начиночке. То есть это у нас топчик. Супер-пупер топчик, ребята. Отлично. Так, теперь у нас еще есть одно задание. Нам нужно помочь Эдику. И как нам это нужно сделать? Самое главное, как говорить, чего не хватает вот Эдику, это нужно выполнять вовремя турниры, которые открывают динозавров. А иначе он просто их потом не сможет себе купить. И у нас есть как раз вот такое вот задание. Нам нужно за виповские очки купить Эоламбии, пока они у нас есть. Давайте сейчас мы это купим, чтобы они у него были. Осталось еще меньше двух дней, я чуть не забыл. Хорошо, что вовремя вспомнил. Так, ну... Это, в общем-то, можно сказать, мы сделали. А теперь давайте смотреть, что у нас тут за турниры есть. Так, Дедикур, я это выполнил у себя, там у нас только водные, ничего интересного нет. Кстати, можем
получить еще награду за додошку. Ой, как я давно сюда не заходил. Додошка на яйцах. Так, получили. Ну и нам нужно выполнить, победить 9 противников. Ну, это будет легко, потому что мы кем будем сражаться. Так, где бы нам тут найти первого пахика? Пахи-голозавра найти первого. 800, у него жизни 800 на 300, это просто где-то далеко. Это очень далеко. О, вот где-то здесь, наверное. Ну, он у нас такой яркий, его сложно будет пропустить. Это действительно, по моему мнению, король гибридов, потому что Едон, ну, как-то не тянет. Не тянет на короля гибридов. Немножко внешность у него такая, заурядная. Да, вот у Цератозавра 3000. Вот как раз по жизни он ему равняется. И вот он. Вот наш первый диник. И сейчас возьмем... Да возьмем еще одного, да и все. Это просто жесть. Это просто супер-пупер-мега-танк. Атаку! Так, ну, возможно, стоит сейчас нам поднакопиться. И пойдем еще по-пешимся немножко. Вот теперь их можно брать даже против амфибий. Все-таки, ну, жизнь позволяет. Ну, хотя удар, конечно, сильно понерфили, но... Ну, ладно. Все равно как-то так проще играть, когда тебя убить не могут за один удар. У тебя есть больше времени и возможностей насобирать больше, побольше ударов. Так, блин, ну одного очка не хватает, чтобы его пробить. Вот, приходится как-то так делать. Они, кстати, немножко похожи, да, по своей форме головы. Так, 3-1-4. Ну, конечно же, мы его не прокусим. Ну, есть небольшой недостаток понерфенного удара. У нас еще 6 противников осталось. Так, ну там дальше по-любому будут еще и амфибии. Без этого никуда. Та-дам, отлично. Гигант Кецекатль пал. Так. Карнотаврик. Ну давай. Выпусти зверя на арену. Эх, снова поставил защиту. Но она его не спасет уже. Один балл у него остался, запоминаем. Один, два, раз, раз, два, раз, два, три, четыре. Так, каритозаврик.
3200 сила удара с бонусом, да, это уже не так, конечно, много. Даже с учетом бонуса удар стал слабее. Так, три, осталось три. Оу, здесь у нас мега вкачанный, смотрите, 112 уровня, пирораптор. Дальше идет Остафрикозаурус. Но у нас 16 тысяч жизней, и это нас никак не пугает. Так, и последний у нас 47 уровня гибридик. Пеликаниптерикс. Давайте, может, он проатакует нас. Хотелось бы на все 8 проатаковать. Давай, на 6. На 4 всего лишь, ну, ладно. У нас осталось 12 тысяч. Так, и за это нам дали всего лишь супер редкий набор, но 200 баксов и раджозавр. Так, отлично. Тогда давайте сейчас мы... Здесь у нас ничего интересного нет. Так, Дедикур открыт уже, я думаю, не стоит его проходить. А мы пойдем сделаем то, что было не очень весело делать, когда было мало жизни у Пахи Голозавра. То есть можно было легко слиться, если попадется какая-то амфибия. Погнали. Сейчас нужно взять, наверное, самых жирных. Пахи, Эрлифозавр и Юдон. Вот это будет компашка. Ну, кстати, тоже очень хорошая компашка. Они, кстати, пьют... Так, а Юдона, часом там не меняли? Что-то он как-то больно бьет. Так, а давайте-ка мы... Так, сейчас мы, конечно, одержим победу сначала, а потом переключимся назад на видео и сравним. Там где-то должен быть Юдончик, должно быть видно. Ха, пробил! Давай! Нет! Чуть-чуть не хватило. Так, 7 ударов. 1-0 в пользу игрока. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, ну этого нужно пробивать. Потому что он больно бьет. Его легко убить, но также легко умереть. Так, 7 ударов. Ну, вот что он может сделать? Ничего. Атакует на все 6. И сейчас будет повержен.
А мы отвечаем ему взаимностью на 7. Но проходит тоже 6. Да, теперь он топ-1. Так, пока у нас тут крутится рулеточка, давайте-ка мы попробуем. Вот, ну, никак, да, не хочет. Так, вот уже сейчас найдем. Было 11 на 36, 13. Ну да, так как было, так и осталось. Хотя мне что-то показалось. Но неважно. Так, ну давайте сходим вот так вот. Троица самых жирных и дамажистых хищников. Так, дуэлька у нас немножко поменялась, да? Хорошо. У нас практически двукратный перевес по жизни, и 50% не хватает до силы удара. Так, давайте еще так сделаем. У нас тоже рисковый противник. Не защищается, он уже, думаю, может нас пробить. 12, может, бонуса и хватит. Смотрим. Ах, блин, ну вот... притирочку, жаль, на один удар я хотел поставить в защиту, но нет, сегодня не наш день. Так, с этими красавчиками что делать? Поставить 3 в защиту? Не буду ставить. Сколько у него? 2 удара ему, наверное, хватает и 2 ударов. А он всего лишь 3 очка. Атакует на 2. Ну, это его была большая ошибка. Недобитый противник — это самое худшее, что может случиться. У нас размен идет 1 на 1. Вот только следующего заберу я. Но это был единственный его шанс. Это просто ударить. 30 тысяч было сила удара. На 4. А сколько будет сила удара? На 8. То есть у него в 2 раза сильнее удар, но в 2 раза меньше очков было. А у меня в 2 раза слабее удар, но в 2 раза больше очков. 44 тысячи. Но бонус все-таки дает свое дело. Вот такой вот, ребятки, у нас был теперь абсолютно точно самый красивый и самый сильный гибрид среди хищных динозавров. Его величество Пахигалозавр. Ну, а на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и отдельное спасибо за лайк и комментарий. До скорых встреч!